Подождите. Что ты наделал? У меня не было выбора. Он начал превращаться в зомби. Он стал бы для нас опасен, поэтому я убил его. Но он был еще в сознании, разве нет? Он был почти мертв. Если бы он превратился в одного из них, пришлось бы потратить на него больше пуль. Темнит что-то, Николай. Не сейчас, я занят. Так, факс. Список заказов. Жидкий препарат VTG-J 98. Подходит для культивирования вируса типа NET. В связи с этим нам нужно заказать дополнительное количество данного препарата. УЕ, 6-я лаборатория. Так, отлично, еще медспрей взяли. ТВ-монитор, питание включено. Отчет о продажах за этот квартал. Каталог продукции и рекламные брошюры. Пустые пузырьки. Так, система безопасности Umbrella, медицинский склад первого класса, требуется авторизация, состояние закрыто, пожалуйста, введите пароль и нажмите клавишу Enter. Пароль пока мы не знаем, но сейчас узнаем. Доклад менеджера. Прежде чем вы приступите к работе, хочу дать вам совет. Некоторые из лекарств на складе состоят из нестабильных компонентов. Их качество ухудшается при изменении температуры и влажности. Поэтому вы всегда должны поддерживать температуру на складе на одном уровне. Так, вы должны лично каждый день проверять ее. Компьютер проверяет ее круглые сутки, но машина несовершенна. Постарайтесь не забывать, что машина всего лишь инструмент. Вы должны лично следить за тем, кто посещает склад. Там хранятся много опасных препаратов, и если что-то пропадет, у вас будут серьезные проблемы. Дверь на склад всегда заперта, но когда кто-то из персонала входит туда, нужно, чтобы они отдавали вам свои документы. И прежде всего, если вы обнаружите что-либо подозрительное, немедленно сообщите начальству. Если вы забыли пароль для замка, постарайтесь не забыть, что это общеизвестное слово. Когда на склад прибывает новый груз, пароль меняется. Вы всегда можете ввести пароль с компьютера в администрации. Итак, использовать пульт управления. Ну и запоминаем. Адравил написано. Это и есть у нас пароль. Но что-то не подходишь-то. Теперь остается ввести его. Так, адравил. АД, где у нас Р, Р, В, ИЛ. Пароль подтвержден. Доступ подтвержден. Замок открывается, подождите. Состояние открыто. Отлично. Трубы для горячего пара. Видим две трубы. Так, вот он, собственно, склад. Что мы здесь имеем? Везде пустые полки. Взять предмет присадка к маслу.
Если добавить это к машинному маслу, получится отличное масло для больших машин. То, что нам и нужно. Вот и гости пожаловали. Получайте. Так, 6 патронов у нас в пистолете. Отлично, с ними справились. Даже дробовик не надо было тратить. Фу. Это было жестко. Так, ничего у них не выпало. Блин. Так, остались следы крови. Компьютер Николая, но он сломан. Патронов-то нигде нету, блин. А пистолета. Ну ладно. Держи. Здесь мы смотрели, ничего у нас нету. Все, возвращаемся. Теперь нужно сбегать еще. Самое там начало, откуда мы начинали. Посмотреть на изменения. Это я помню. Так, пробегаем их. Что, давайте ножом их зафигачим. Да что у вас? Средняя. Перегаром своим дышит. Да сколько можно-то? Он мне хоть не травит, то радует. Держи. Еще живой. Так, этого мы сейчас бежим. Ох ты, их двое. Ползает.
держать. Отлично. Фу, со всеми разобрались. Такс. Здесь у нас птички. Так, птички. Я не могу, почему? А, птичка мешала. Давайте берем гранаты. Все, больше есть. Да, отцепись-то от меня-то. Так, птички. У вас слишком тут много. Патроны на вас тратить. Давайте подходите. Кстати, заметили, да? Лестница убрана. Держите. Сразу троих. Такие долгие это вообще. Еще один прибежал. Молодцы. Давай сюда ко мне подходи еще на раздачу. Всем хватит. Так, заползали. Ух ты, еще один. Что ж, так много здесь. А, срыгнул все-таки. Просыпайся. Так, кровь у него не потекла, он еще живой. Давай, вставай. Разлегся. Да чтоб тебя. Отлично. Зато эти теперь в рассыпную. Давайте вместе. Соединяйтесь. Вас оббегу. Один готов. Второй готов. Отлично. Такая гора. Вот этого трупа я не помню, был он или не был здесь.
Так, здесь у нас тоже сборище. Ладно, что делать? Придется тратить дробовик. Попробовать. Плохая идея. Да чтоб тебя. Было очень-очень плохо, очень плохо. Вот, собственно, добрались. Так, тут друзья у нас. Ну, привет. Здесь у нас больше ничего нет. Вот, собственно, тот мужик, который закрылся и говорил, не выйдет он никуда. Все-таки заставили его вылезти. И сожрали. Так, порох Б. Отлично. Еще пороха. Записка Дарио. Не знаю, прочитает ли кто-нибудь эти строки, но я пишу хотя бы для того, чтобы не сойти с ума. Когда мной пообедают монстры, а солдаты из тех, что блокируют город, надуют мой труп, будут ли они смеяться над этим? Значит, все закончится вот так. Я не хочу умирать. Я просто еще не готов. Моя жена, дочь, мать, вся моя семья погибла. Но это уже не важно. Сейчас самое важное – это моя жизнь. Только это имеет значение. Я никогда бы не подумал, что моя жизнь закончится вот таким образом. Мне столько нужно было сделать. Я бы стал не продавцом, а писателем. Я всегда хотел написать роман, но моя мать говорила мне, что на это у меня еще будет много времени. И зачем я ее слушал? Но, похоже, Дарио Россо, великому романисту, пришел конец. Погиб в рассвете лет. Так, теперь поднимемся наверх. Привет, давай-ка тебя попробуем ножиком. Да что ты? Чё ты не повернулась? Нажимал же на резкий разворот. Чё-то она затупила. Так, что нам нужно? Нужна аптечка. Теперь выбрасываем пистолет, берем такой.
Так. Из пороха у нас есть что еще? Кажись, нет. Ладно. Нам нужны патроны для пистолета и патроны для дробовика. Так, давайте сразу смешаем масло. Присыпка у нас здесь. Отлично, улучшенное масло. Масло с присадками можно использовать для больших машин. Так, гранатомет мы выложим пока. А, еще гранаты тоже надо выложить. Где-то тут были гранаты еще. Нет? Да ладно, что, реально что ли? Нет? Гранат? Может, что-то брали, нет? Странно. Отлично, все готово. Что, теперь бежим к фуникулеру. Надо его починить, да убираться отсюда, к чертовой матери.